краевой дворец единоборств в Хабаровске готов к работе. Об этом было заявлено сегодня во время визита на спортивный объект полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Трутнев также побывал в новом логистическом центре, который построен на территории опережающего развития Хабаровск. С подробностями Антон Петрович. В первую очередь Юрий Трутнев оценил работу нового логистического центра, который построен на базе ТАСР «Хабаровск». За счет средств федерального, краевого и муниципального бюджетов к этой площадке были проложены дороги и проведены коммуникации. Общий объем вложенных средств составил 910 миллионов рублей. Инвесторы вложили еще 3 миллиарда. По мнению полпреда, этого недостаточно. У нас мультипликатор сегодня фактически в курсе сколько? На данной площадке 1:3. Нет, вообще в России 1:28, чтобы вы знали. А здесь 1:3, 10 раз меньше. Тут надо рукава засучивать и еще искать инвесторов. По словам руководителей площадки, инвесторы есть. Например, недавно здесь открылись несколько автоматизированных складов. Начали работать промышленные холодильники. Наш мультитемпературный комплекс состоит из 13 камер. Камеры разных режимов, разных объемов. Как я уже говорил, мы можем хранить продукцию с разными температурными режимами. В итоге Юрий Трутнев отметил, что федеральные средства в Хабаровском крае начали расходовать эффективно, но проблемных объектов еще много. Я вижу, что появляется некоторая динамика, появляется ускорение работы. Очень надеюсь, что это будет не просто вот какими-то там бросками. Вот дворец и Дамбор сдали. Ну, здорово, ура. Но хочется, чтобы системно. Сам дворец единоборств начали строить в 2017 году. Срок сдачи несколько раз переносили, но теперь залы готовы принять спортсменов. Дворец рассчитан на 700 человек, его стоимость 781 миллион рублей. Больше половины средств на строительство выделил федеральный бюджет. Через два месяца в этих залах начнут заниматься самбисты, каратисты и боксеры. Также во дворце нашлось место для фехтовальщиков. Сразу после майских праздников здесь уже начнутся тренировки. И были предложения и до лета это дело все продлить. У нас есть все возможности, чтобы после майских праздников здесь дети уже занимались. В завершении осмотра Юрий Трутнев пообещал, что в новом дворце в ближайшее время пройдут соревнования как минимум регионального масштаба. Антон Петрович, Иван Юров, телеканал «Губерния».